Двух вартовчан ждет наказание за похищение человека. А все началось с жалобы их знакомой. Она рассказала о драке с подругой, которой подстрекал муж этой самой подруги. Через несколько дней молодого человека вызвали на разговор, под дулом револьвера затолкали в автомобиль и увезли за город. Там, в деревянной хижине, мужчину, связанного скотчем, держали несколько часов и даже стреляли в сторону потерпевшего из сигнального револьвера. Оба киднеппера получили почти по 6 лет тюрьмы. Кроме того, суд взыскал с них моральный ущерб в 600 тысяч рублей.